Привет! Сегодня покажу, как сделать имитацию малахита из полимерной глины. Что понадобится? А понадобится, конечно, глина. Я брала Фима Эффект номер 504, полупрозрачный Фима 0.14, далее Фима Kids бирюзового оттенка, Фима Classic номер 57, голубой Фима Kids и небольшой кусочек черной пластики. Вы можете брать другие оттенки цветов глины, наиболее подходящие для камня малахит. Итак, для начала намешаем разных цветов. Кусочек голубой глины смешиваем с кусочком бирюзового цвета, примерно 1:3. Вот такой получился оттенок. Второй оттенок также смешиваем из двух Fima Kids, только уже 1:1. Третий оттенок это полупрозрачный плюс кусочек бирюзового. Четвертый оттенок также полупрозрачный плюс бирюзовый и плюс голубой. Вот что получилось. Пятый оттенок будет из зеленого Fima Classic. Шестой из полупрозрачно-зеленого, это Fima Эффект номер 504. Дальше я решила добавить еще номер 5 Fima Classic и Fima Classic 57, примерно 1:1. Это седьмой оттенок. Еще решила добавить номер 56 Fima Soft, это восьмой оттенок. Девятый оттенок это номер 56 Fima Soft и маленький кусочек Fima Classic номер 5, плюс небольшой кусочек черной пластики. Десятый оттенок номер 5 Fima Classic и кусочек черной пластики. Вот такой оттенок получился. Далее эти все цвета раскатываем роликом до толщины примерно 2 мм. Некоторые оттенки до 1 мм. В общем, здесь на ваш вкус. Раскатанные пласты я вырезаю квадратной формой для удобства и складываю в стопочку, чередуя разные цвета глины. В итоге получилась вот такая стопка, которую можно нарезать и декорировать предметы интерьера, либо применять в создании украшений, что я и сделаю в следующем видео. Надеюсь, что вам понравился мой вариант имитации малахита. Я пыталась сделать его более реалистичным и при этом несложным. Кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, можете сделать это сейчас, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам отличного настроения, вдохновения. Увидимся скоро. Всем пока-пока.